Радий представити вам Юлію Орлову, наукового співробітника Миколаївського зоопарку. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви Добрий з день нами. всім. І так, говоримо про те, як Японія стає ближчою до України, до Миколаєва, зокрема. Що буде відбуватися в Миколаївському зоопарку? Всем коничева, уважаемые телезрители программы «Новый день». Мы не в Японии, а в Украине, но 13 мая в 12 часов на территории Николаевского зоопарка все посетители могут окунуться в атмосферу Японии. У нас праздник Мацури в рамках Года Японии в Украине. Будет очень интересно, будет, скажем так, несколько локаций этого праздника. Самое главное и основное – это будут выступления спортсменов восточных единоборств разных направлений Николаева. Это джиу-джитсу, карате, айкидо, дзюдо и другие. Посетители могут насладиться и узнать, что такие за боевые искусства, какое выбрать боевое искусство. Это будут как показательные только выступления или будет возможность принять участие как в мастер-классах? Боевые искусства будут показательные выступления. Ну, как раз детки внизу могут, конечно, и поучиться у настоящих гуру и спортсменов. Вторая локация праздника будет мастер-классы. Будет очень много мастер-классов японской тематики, и люди могут научиться делать канзаши, оригами, каллиграфию. Боже, сколько новых слов, друзья. Если для вас тоже это новые слова, и вы сейчас прокручиваете и думаете, как бы зайти в Google это все найти, то приходите в зоопарк 13 числа, узнаете. И еще очень интересное слово «кумихима». Это тоже было для меня новое. Это вязание японских шнуров, потом «шаритимари». И другие очень интересные мастер-классы. Действительно, почему мы это сделали, и это не праздник, скажем так, а это больше даже мастер-классы и направлено, чтобы люди ощутили в себе Японию. Вот, например, что для вас Япония в Украине? Для меня это сакуры только, и все. Смотрите, сакуры. Сакура тоже есть в Николаевском зоопарке. Почему именно мы поддерживаем эту инициативу? Так как на территории Николаевского зоопарка посажены сакуры, которые были подарены директору зоопарка, его коллегой Тошимицу Дои, это директор японского зоопарка. Это первое было уже, скажем так, предзнаменование. Второе, у нас есть ландшафтный комплекс на стыке двух культур, ворота любви Тории. Так, у нас где любят все фотографии? Да, у нас уже вторая локация есть, и вот как раз объявлен год Японии в Украине, и ура, коничева, мы ждем всех посетителей, действительно, чтобы ощутить, окунуться в атмосферу Японии. А по поводу еще различных, скажем так, не только мастер-классов, но я знаю, будут и дегустации. Что будут, смогут попробовать николаевцы и чем будут угощать? Действительно, это будет изюминкой праздника, у нас будут почетные гости. Это чисто уже для украинцев. Все любят не только мастер-классы и попробовать пощипать руками, но и попробовать еще. Да, ну мы ж, надо ж, чтобы пришли. У нас будут почетные гости. В Николаеве, вы знаете, есть общество японской культуры Татикадзе, Галина Зиновьева и многие другие. И вот как раз она будет показывать чайную церемонию, какой рукой подавать, сколько глотков надо отпить по правилам этикета. Вот вы знаете? Да, когда-то слышал. Да, а вот как раз... стоит прийти. Да, стоит прийти, это действительно очень интересно. Будет настоящий японский чай и такие маленькие канапе, японские десерты с иероглифом счастья, удачи. И каждый посетитель это будет раздаваться, может посетитель выбрать. И год Японии в Украине будет у них удачный. А для тех, кто уже решился и придет к вам, как будет это все по ходу или будет как open air? То есть действовать будет несколько локаций, где просто перебегая можешь успеть все. Или будет по очереди все? Это будет в 12 часов начала. Сначала сцена Николаевского зоопарка, боевые искусства, но параллельно с этим будут работать мастер-классы. После боевых искусств будет как раз чайная церемония и дегустация. По поводу чайной церемонии, она несколько раз будет повторяться или нужно успеть на начало? Ну, успейте. Там не время пока, как бы, сколько количество посетителей, как что, но... Будете ориентироваться уже по ходу дела, но, друзья, приходите на 12 и точно все успеете. Напоминаем еще раз, что Николаевский зоопарк 13 числа. У вас есть возможность прийти и узнать о Японии максимально много информации. Ну и, конечно же, сделать себе фотографии и селфи на память. Спасибо вам большое за то, что пришли, проанонсировали это мероприятие. Вас, друзья, приглашаем. Выходные стоит провести с пользой. Я нагадываю еще раз, что у нас была в гостях науковый спирубитник Николаевского зоопарка Юлия Орлова.